Люди спрашивают, используют ли мои хальтеры в программах все еще. Этот вопрос задавали мне множество раз. Я на самом деле сомневался, пока кое-что не произошло около недели назад. И вот что произошло. В доме, где мы сейчас живем, установлены камеры наблюдения. Это нереально, ребята. Пристегните ремни. Это как будто взято из эпизода секретных материалов. У нас есть видео, как я вхожу в дверной проем. И вот что важно. В нижнем правом углу записи показано время записи минуты и секунды. Mm -hmm. И таймер идет спокойно в течение всей записи. Фон точно такой же. Но ну, вот на видео я захожу в кадр наполовину, а потом исчезаю. Really? Да ладно. И самое главное, я не помню, как я проходил через этот дверной проем. Он даже не помнит, что он делал тогда. Во-первых, на записи выглядит, как будто он полностью в трансе. Он идет с опущенной головой. И он не ходит так обычно, кстати говоря. Он идет с опущенной головой и вдруг исчезает. И снова появляется. И ты смотришь и говоришь, что это было? За секунды? Едва ли за секунду, да? Я не появляюсь больше на видео. И последнее, что я помню, это как я сижу на стуле. И когда была сделана эта запись? Ночью? Это было днем? Опять же, это была камера наблюдения, которая записывала через сервис компании Ring. И это облачный сервер Amazon. И пару дней до этого... Может быть, за день до этого он шел куда-то по делам. И он шел по улице, когда какие-то ребята в белых фургонах как будто следили за ним. И вдруг вот это происходит на камере. Я думал, что белые фургоны были странными, но решил, вряд ли это то, что я думаю, верно? И буквально через пару дней появляется это видео, где я растворяюсь в воздухе. И я говорю, что это было, черт побери. И главное, что на видео это заметил даже не я. Я понятия не имел, что эта запись существовала, пока моя сестра не зашла. В шоке. И, кстати, она не до конца верит во все эти программы. Она просто показала ему запись. Что это за хрень? Она зашла, ее буквально трясло. Она показывает мне это видео и говорит, «Объясни мне вот это». Она в полном потрясении Она говорит, объясни мне, пожалуйста. Это очень интересно, то есть, наверное, это говорит о том, что ты все еще где-то служишь. Ну, самое интересное, я поговорил с Питером, наверное, через пару дней после инцидента. И Питер говорит, да, кстати, я активировал тебя для одной миссии. Ты можешь что-то помнить из нее, так что сильно не удивляйся. Это офигенно. Я говорю, ну, спасибо. И потом я начал вспоминать миссию, наверное, через пару дней. И вдруг он звонит мне и говорит, окей, расскажи мне об этом, мне нужно знать, что ты помнишь. И я начал рассказывать ему, что я помню, а он говорит, о, ты это помнишь, да? Я говорю, да. Он говорит, ну ладно. Похоже, стирание памяти больше не действует на тебя. Я говорю, не, а.